Самым посещаемым туристическим объектом Дагестана признан Сулакский каньон. Его в этом году посетили более 220 тысяч туристов. Власти планируют увеличить турпоток за счет создания инфраструктуры вокруг природной достопримечательности. Об этом заявил зампред правительства Анатолий Карибов на совещании в профильном министерстве. С помощью инвесторов планируется создать несколько смотровых площадок и организовать пункты питания. Однако в первую очередь необходимо обеспечить безопасность на каньоне. Там должны появиться оградительные сооружения, которые при этом не будут загораживать обзор. Специалисты также отметили, что необходимо усилить контроль за соблюдением правил безопасности в ходе катерных прогулок по водохранилищу.